Мы продолжаем сейчас к самым последним сообщениям из Соликамска. Спасатели нашли последнего погибшего рабочего в стволе рудника. Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, пожар унес жизни 9 человек. Тела остальных 8 были обнаружены чуть ранее. Огонь в одном из тоннелей на глубине более 300 метров вспыхнул накануне. В то время там шли работы по укладке пола. Всего под землей находились 17 человек. 8 смогли подняться на поверхность самостоятельно. Они не пострадали. Остальных огонь отрезал от выхода из рудника. Уже известно, что это были жители Пермского края, Краснодарского и Республики Башкирия. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных и строительных работ».